Всем привет! Я Олеся Ганина, и я представляю Выборгский филиал Государственного экономического университета. Так как отбирали нас по талантам, я попала сюда из-за танцев. Нет, никто на меня не посмотрит. Была бы у меня игрушка крокодил, я бы тоже так назвала. Танцую я с 3 лет, и за моей спиной уже стоит 14 лет танцев, школы танцев и любви к моим педагогам. Как подбодрить конкурсантку, если ты понимаешь, что она реально выступает плохо? Надо по-доброму к ней обратиться, сказать, что у нее не получается, и работать с ней. И самое главное, чтобы она поверила в себя, дать ей эту возможность. И тогда у нее все получится.